Кругом пандемия, закрыты границы. Весь мир в карантине сидит, матерится. И мусор не вынести без документов. Но все же есть пара хороших моментов. Я чувствую лично себя фантастично. А вирус китайский, он парень отличный. Он нам помогает душить демократов путем переноса дурацких дебатов. Можно уже не бояться, ведь Сандерс с Байденом не 18. А я буду дальше вести процветанию великий народ и, конечно, Меланью. У нас на Иранщине санкций богато, их с нас хоть немножко снимите, ребята. Обиды забудем, топор мы зароем, пожмем наши руки, а после помоем. Народ только гречка с тушенкой заботит, никто на протесты совсем не выходит. Унять помогли либеральные вопли, дареные коронавирусом сопли. Над главным законом нам вольно глумиться, по кухням сидят недовольные лица. А если кому-то заняться вдруг нечем, СИЗО карантин мы ему обеспечим. На нары тюремные я и Белвиды, но вновь ускользнул из объятий Фемиды. Закрыты границы, открыты больницы, и суд надо мной хрен когда состоится. Отметим решительно, сжав его дицы, повсюду в Европе закроем границы. От вируса, что к нам пришел из Китая, а то колбасы ведь на всех не хватает. Забудем об экономическом росте, зато не приедут из Сирии гости. Закроем границы французам, швейцарцам. Своей колбасой будем сами питаться. Поднимем бокалы, сожмем то, что может. Нам выжить и выстоять, вирус поможет.